Раскрыта серия дерзких краж в Анапе. Ущерб только от одной из них превысил 400 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска сразу установили личность вора и объявили в розыск. Им оказался ранее судимый за подобное же преступление 21-летний житель Анапы. В конце января 2016 года сотрудниками ППС по составленным ориентировкам в ходе патрулирования был выявлен гражданин, местный житель города Анапа, был доставлен в МВД России по городу Анапа, где в отработке данного гражданина он признался в совершении 5 квартирных краж, которые совершил на территории города Анапа, начиная с октября 2015 года. В основном добычей злоумышленника было ювелирные изделия, которые впоследствии он сдавал в ломбардах на территории города Анапа, а также города Новороссийска, и денежные средства, которые тратил на собственные нужды. Данный гражданин задержан, содержится в условиях ИВС МВД России по городу Анапа, в следственном отделе МВД России по городу Анапа. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.